Вітаємо і кажемо добрий ранок всім, хто до нас приєднався. Отже, в ефірі недільний сніданок. Поки там у нас тісто готується до того, щоб ми його засунули у пічку, воно само в нас готується, бо ми його вже замісили. Ми перебралися до нашої вітальні. І сьогодні з нами знову наш постійний експерт Ольга. Доброго ранку вам. Здравствуйте. Ольга, у цей період переходу від літнього безтурботного життя для батьків та дітей і школа, яка чомусь приймається останнім часом нами як, ну, легше навіть батьками робота сприймається, ніж навчання дітей. Що робити, як нашим дітям не перенапружувати нервову систему, як адаптуватися до цього шкільного періоду? Каждый человек в своей жизни проходит несколько периодов адаптации. И самый главный, конечно, период адаптации – это когда ребенок идет в садик, когда ребенок идет в первый класс, в пятый класс переходит, и когда ребенок, например, перешел в другую школу или перешел из класса в класс. То есть это когда детки уходят после восьмого класса или после девятого класса, поступают в техникум или лицеи. Очень важно в этот период родителям самим сохранять спокойствие, потому что наши вот волнения, наши какие-то переживания очень сильно передаются детям. Антон, а ты когда злишься? Справиться с этой ситуацией. От понедельника до пятницы, когда я в школе. Ты все время злишься? Да, вот вышел сразу из школы, и злость как ветром сдуло. Так. А там же друзья в школе. А вот здесь... Да, ну и куча уроков. Куча уроков. А вот здесь если вот... бы там были только друзья, да, то было, было бы все по-другому. Вот это такой вот повышенный эмоциональный фон, конечно, связан с тем, что прошло очень мало времени после летних каникул. Конечно, дети еще возбуждены, 1 сентября, хлопоты по сборам к учебному году, так что вот это все сказывается, конечно, на детях. Если бы мы спросили детей чуть попозже, прошло месяц или два, то, конечно, бы реакция была у детей совсем другая. Ну, давайте попробуем. Первое упражнение – это разговор с ручками. То есть нашими ладошками мы берем, Настенька, присаживайся поближе сюда. Поближе к нам. Да? Мы возьмем листики бумаги и обведем свои ладошки. У нас есть карандаши. Бери листики бумаги. Обводим свои ладошки. Давайте уберем все лишнее, чтобы нам сейчас не мешало. Можно одну ладошку, можно две ладошки. Обвели ладошки, да? А теперь нужно нарисовать глазки, ротик, носик, там, разукрасить как-то свою ладошку. Или здесь, или на каждом пальчике. Кто как хочет. Отлично. Да? Хорошо, молодцы. Друзей появилось. Да, вы смотрите, как много друзей, да. И теперь попытаемся поговорить с нашими ладошками, с нашими ручками. Вот, Света, поговори со своей ладошкой. Тебя как зовут? И отвечай, как? Виолетта. Виолетта, хорошо. Красивое какое имя. А ты красивая или некрасивая? Любишь конфеты. Любит Виолетта конфеты, как ты думаешь? Да. Конечно. А совершает ли Виолетта какие-то плохие поступки? Более плохие оценки? Нет. Нет, старается. Хорошо. Я много друзей? Да. Видите, как сначала ребенок не хочет, потом, когда он втягивается в эту игру, он все больше и больше задает вопросов, и мы тогда видим, что происходит внутри ребенка. Следующая игра – это сиамские близнецы. Что для этого нужно сделать? Развязать ноги. Так, сейчас. Давайте. Так, кто у нас? Девочки с девочками, мальчики с мальчиками? Давайте так. Давайте так. Давайте так. Светочка, иди сюда, Настя. Давай, значит, что? Да, можно. Мальчишки, смотрите, что нужно сделать. Значит, нужно обняться руками,
плотно-плотно. И вот правую и левую ножку детей можно связать или веревочкой, или платком. То есть вот эта игра учит нас взаимодействию. Очень хорошо, когда в семье есть братья и сестры. То есть нужно ходить и нужно совершать действия. Например, ходить вместе и ножки стараться не разъединять. Давайте, пробуйте. У девчонок как-то более все синхронно. Присаживайтесь все на свои места. Следующая игра «Ловим комарик». Что это значит? Это мы должны, этой игрой мы добиваемся снятия мышечного вот какого-то напряжения, зажатости. То есть, детки, у нас в студию залетели комарики, мы должны их ловить. Но при этом мы можем руками двигаться, вставать в разные стороны, но не зацепить другого человека. Договорились? Когда я скажу, все, всех комариков словили, мы садимся спокойно, опускаем ручки вниз, расслабляем свои кисти и руки. Договорились? Так, все, в нашу студию залетели комарики. Мы ловим, ловим, Толя, ловим комариков. Ловим, но только не догоняем друг друга, и не, чтобы не зацепить друг друга. Все? Комарики, все. Оп, все, всех споймали комарик. Ручки стряхнули. Так. Кулачки жали, разжали, кулачки жали, разжали. Молодцы. Сняли напряжение наше. Хорошо. Вот как нам следующее упражнение. Это мы лепим из пластилина. Света уже начала кого-то лепить. Свет, кто это? Девочка. Девочка. Это моя мама. Хорошо. Красивая мама. Но бывают такие ситуации, мы говорили, что наших детей кто-то обижает, они на кого-то злятся. И поэтому, чтобы выплеснуть этот гнев, не обидеть другого человека, что мы делаем? Очень хорошо работать с пластилином из глины. Можно работать с песком. То есть в песке можно закопать какую-то фигурку. С пластилином можно ее сделать, вылепить какого-то своего врага или недоброжелателя. И потом скомкать. И закопать в песке. Можно и закопать в песке. Это особо жестоко. Если ребенок не хочет работать с пластилином или с глиной, но обычно дети соглашаются, это интересно им, можно нарисовать, можно вырезать фигурку, и потом эту можно фигурку порвать, что-то с ней разукрасить, можно какую-то ее красивую сделать. Ну, и вот смотрю, детки, Настя, можно ближе присесть, можно вылепить какую-то фигурку, кто вам вот не нравится. На кого вы держите зло или обиду, а не можете сказать этому человеку, что вы злитесь на него. Это не обязательно может быть человек, это может быть животное, это может быть какая-то абстрактная фигура, это может быть просто комок. Вот ребенок сейчас настроен вот на такую вот ситуацию, вот на такой всплеск эмоций, выражение своих эмоций, своих чувств. Я не очень хорошо. По-моему, им сейчас так весело, что ничего плохого у них не получится. Они все с довольными лицами сидят и конечно, занимаются. Занимаются. Это блеском негативного человека. Но это тоже как бы творчество. Они переходят из одного состояния в другого. То есть они освобождаются все равно от своего. То есть это тот способ во время адаптации, который ведет к расслаблению. И заряжает положительные энергии. Потому что мы задействуемся, мы прекрасно знаем окончание наших пальчиков. Мелкая моторика. Да. Хорошо, теперь. Ну давайте перейдем к следующему упражнению. Это попроси игрушку. Так, у нас есть игрушки, да? Ну-ка, Светочка, возьми игрушку. И вот давайте, Настя, Света. Вот у Насти игрушка. То есть это... Света уже что-то приготовила. То есть это упражнение учит взаимодействовать. Это можно проводить родители с детьми, там, когда пришли детки друг к другу в гости. Ты должна попросить эту игрушку, или книжку, или ручку у Насти. Настя не хочет отдавать. Ей нужна эта игрушка.
но ты должна сделать так, чтобы Настя захотела тебе ее отдать. Понятно? Угу. Отлично, давайте. Спроси, простите, что там у нее? А что же такое у тебя? Игрушка. А как она называется? Мартышка. Мартышка, да, и имя. Может, и у нее имя есть. Она такая. Покажи красивая мартышку всем. А можно я тебе ее возьму, а тебе дам, ну, такое что-то необычное? Нет. Нет? Ну, тогда давай ты мне дашь мартышку, а я тебе два любых цветочка. Держи. Спасибо. Да, здесь мы как бы в таком ускоренном варианте провели это упражнение, но дети очень хорошо взаимодействуют. Очень часто ребенок не хочет расставаться со своей игрушкой, то есть, а другой ребенок все-таки должен научиться говорить, подобрать какие-то слова, подобрать какие-то жесты, чтобы они могли взаимодействовать и делиться с игрушками, там, учебными какими-то книжками, принадлежностями. Ну, это и просто, не просто научиться делиться, а просто уметь разговаривать друг с другом, да, слышать. То есть найти такие слова, найти такое убеждение, чтобы другой ребенок смог дать тебе ту вещь, которая тебе нужна. Ну и еще одно упражнение, это называется «глаза в глаза». То есть мы должны взяться за руки, давайте возьмемся за руки по парам. Толик. И дети должны, вот кто-то ведущий, кто-то ведомый. Вот смотрите, например, вот ведущий, да? Света должна выразить глазами, не говоря, свой, например, гнев. А Настя это должна почувствовать. Но нужно смотреть глаза в глаза и держаться за руки. Можно сжимать руки, можно вырывать ручки. То есть вы должны почувствовать, что она злится. Антон, Толя, готовы? Давайте. Посмотрим, как это выглядит. То ли смешно от твоего гнева. Да. Он просто тебя, Антон, не боится. Страшно? Настя, ну вот тут чувствуешь, да, что Света выражает свою агрессию, свой какой-то гнев. То ли ты чувствовал, что Антон выражал? Да. Да? Хорошо. А что делал Антон? Вот что он не говорил, а что он делал? Как ты почувствовал, что он выражает свой гнев? Он, по-моему, ему пальцы по Настя, а ты как почувствовала? Вот по мимике, может, вот по лицу, может, по лицу, да? Хорошо, присаживайся. Вот такими простыми упражнениями мы можем помочь нашим детям справиться вот с этим периодом адаптации в школе. Спасибо вам огромное, дякуємо всім нашим глядачам. Сподіваємося, що вам наші поради обов'язково допоможуть.